о родной земле, о героических подвигах, о любви. Лучшие поэты округа представили свои творческие работы на 12-м окружном музыкально-поэтическом фестивале-конкурсе «Успенские встречи». Площадкой для творчества стал культурно-досуговый центр «Успенский». Конечно, благодарна Игорю Полтавцеву, который своим музыкальным сопровождением, душой является этого фестиваля. И вот сегодня, прежде чем мы услышим их стихи, здесь в фойе развернута такая уникальная выставка, которую можно прийти будет после 2 марта посмотреть, пока я, в общем-то, даю маленький только анонс этой выставки, ну и послушать уникальное произведение в его исполнении. Участники постарались не только продемонстрировать сценическое мастерство, но и передать смысл произведений, раскрыть поэтические образы. В этом году конкурсантов оценивало по-настоящему звездное жюри. Это дворец культуры, это действительно место, куда, наверное, хочется местным приходить. Есть где отдохнуть, есть на что посмотреть. Это все, наверное, местные художники, скульпторы. И поэтов столько, что на всесоюзный, всероссийский или какой-то конкурс, но все достойные стихи. Я почему и говорю, что мне, как члену жюри, представителю жюри, будет тяжело. Елена Борисова, директор и инициатор фестиваля, собрала дружную и профессиональную команду. С большим успехом выступил вокальный коллектив «Бесконечная музыка» под руководством художественного руководителя Вероники Поздеевой. Фестиваль «Успенские встречи», как и всегда, объединил мастеров искусства и выдающихся поэтов. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».